Я знаю, у тебя парень, но меня это не парит. Все потому, что я нравлюсь тебе. Он строил на тебя планы, вся школа знает, вы пара. Но ты из дома сбегаешь ко мне. Он не знает, как ты любишь за закрытыми дверями. Он не слышал, как ты кричишь, когда я рядом. Выруби телефон, пати кидай на пол. Ты так долго выбирала его на свой выпускной. Выруби телефон, двери глаза закрой. Ты отличница в школе, но твой учится со мной. Да, мы друг друга не вспомним, и пусть все закончится cool. Все сообщения, фотки, я без сожаления шар. Потише зай, не утекай. Выруби телефон, платье кидай на пол. Ты так долго выбирала его на свой выпускной. Выруби телефон, двери класса закрой. Ты отличница в школе, но твой учится со мной. Выруби телефон, платье кидай на пол. Ты так долго выбирала его на свой выпускной. Выруби телефон, двери класса закрой. Ты отличница в школе, но твой учится со мной. Yeah.
это праздник для всех. В первую очередь для вас, дорогие повзрослевшие дети, и для вас, заботливые и взволнованные родители. Но это и наш учительский праздник. Отметьте тех, кто прошел с вами весь школьный путь, кто радуется вашим успехам от имени всех учителей. К вам обращается директор нашей школы, Кафарева Татьяна Ивановна. Встречаем. Всем здравствуйте, всех рады приветствовать в этом светлом замечательном зале. Сегодня у нас с вами праздник. Сегодня наши ребята, выпускники нашей школы, получают один из важных документов – аттестат. Вот буквально только вчера у нас прозвенел с вами последний звонок, мы с родителями здесь сидели, переживали, говорили друг другу приятные слова, замечательные напутствия нашим детям, нашим выпускникам, а сегодня вы уже получаете аттестаты. Как быстро летит время. Ребята, я вам всем желаю удачи, вы получите свой документ, и, безусловно, кто-то из вас пойдет в среднеобразовательное учреждение. Я хочу, чтобы каждый из вас нашел себя, чтобы вы смогли жить в гармонии с собой, чтобы родители навсегда оставались вашими друзьями и теми людьми, которые вас всегда поддержат. Стены этой школы всегда вас ждут в гости. А потом, когда вы закончите уже свое образовательное учреждение и станете дипломированными специалистами, мы вас ждем на работу. Может быть, не в школу, в наш городской округ Химки, ваш любимый родной город, который вас воспитал и выпустил из этой замечательной школы. Всем желаю удачи, и для вручения аттестата прошу присоединиться ко мне Надежду Владимировну, заместителя по УВЕ, которая непосредственно курировала процесс работы методической наших учителей, наших преподавателей, которые помогли вам в итоге завладеть все теми знаниями, которыми вы сегодня у нас выпускаетесь из школы. Итак, приступим к общему образованию. С отличием получается Молиновой Анне Николаевне. Также Анна Николаевна награждается грамотой за отличную учебу и добросовестное отношение к учебному и творческому процессу. Аттестат об основном общем образовании с отличием вручается Ишковой Марии Никитичне. Также Мария награждается грамотой за отличную учебу и добросовестное отношение к учебному и творческому процессу. Аттестат об основном общем образовании вручается Станкевичу Дарье Сергеевне. Также Дарья Сергеевна награждается грамотой за хорошую учебу, за доброту души и ум, за смелость и овладение знаниями, за то, что справится всегда с любым из трудных испытаний. Также мы поздравляем маму Оксану Михайловну. Аттестат об основном общем образовании вручается Жигалтаевой Есении Евгеньевне. Евгеньевна награждается грамотой за хорошую учебу, за доброту души и ум, за смелость и владение знаниями. Аттестат об основном общем образовании вручается Сутягиной Полине Дмитриевне. Полина Дмитриевна также награждается грамотой за активное участие в жизни школы. Аттестат об основном общем образовании вручается Мисковской Веронике Вячеславовне. Вероника Вячеславовна награждается грамотой за хорошую учебу, за доброту души и ум. Аттестат об основном общем образовании вручается Михайлову Сергею Григорьевичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Грязнову Алексею Михайловичу. Алексей
Алексей Михайлович также награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Смирновой Анне Дмитриевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Дегтяревой Екатерине Юрьевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Ивиной Татьяне Дмитриевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Пономаревой Дарье Андреевне. Также Дарья Андреевна награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Черневу Владимиру Вадимовичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Красильниковой Ольге Алексеевне. Также мы поздравляем Тургусову Ирину Борисовну, маму Оли. Аттестат об основном общем образовании вручается Пужайлу Егору Владимировичу. Также Егор награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Агаповой Ульяне Дмитриевне. Также Ульяна награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Шубину Артему Кирилловичу. Артем Кириллович награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Никитину Глебу Олеговичу. Глеб Олегович награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Асеевой Вере Сергеевне. Вера Сергеевна награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Володскову Сергею Игоревичу. Сергей Игоревич награждается грамотой за хорошую учебу. Аттестат об основном общем образовании вручается Чуриковой Софье Андреевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Курбанову Курбану Шарипову. Аттестат об основном общем образовании вручается Белоусову Максиму Андреевичу. Так, такие же овации, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста.
основном общем образовании вручается Камшилову Егору Юрьевичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Харланову Святославу Павловичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Пазину Всеволоду Павловичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Антоняну Арену Артемовичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Антоняну Давиду Артемовичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Рагимовой Лейле. Аттестат об основном общем образовании вручается Сарксян Сируш Фурманов. Аттестат об основном общем образовании вручается Кузнецову Артему Ильдаровичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Щербакову Никите Глебовичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Умирову Живахир Бахромович. Аттестат об основном общем образовании вручается Шепелеву Николаю Николаевичу. Аттестат об основном общем образовании вручается Густадын Пелагее Юрьевне. Аттестат об основном общем образовании вручается Мищенко Эмилии Сергеевне. Об основном общем образовании вручается Михайловой Виктории Федоровне. Ребята, всем удачи! Спасибо, Татьяна Ивановна, Надежда Владимировна. А сейчас встречаем студия бального танца «Форвард». Yeah.
Дорогие выпускники, шли годы, вы взрослели, переходили с класса в класс, и уже не одна мама, а многие учителя окружали вас. Но особую любовь, поддержку, даже опеку вы видели со стороны своих вторых мам и пап. Уважаемые классные руководители, поздравляем вас с выпуском, дорогих вашему сердцу ребят. И у нас на сцене Гармалюк Ольга с песней «Только цель». Суета уйдет навсегда, но что еще сказать? Важно знать, куда идти, верный путь в жизни ищут все. Порой безучастен этот город, но с каждым все поближе, я в мечте, я вижу только цель, только цель. Немножко грустно, немножко волнуюсь.